Наверное, я решил после всех советов колонистов все-таки попробовать другой немного вариант. Сделать здесь небольшой мини-коридорчик смерти. Поставить на линию ловушек, поставить стеночку. И, если что, отстреливать. Я думаю, если такая дура, как Сентипидер, выдерживает три ловушки, ну, потом дохнет, я к тому, что очень даже вполне мужиков можем разгрести. Поэтому я, наверное, заморачиваться сильно не буду, а мы просто будем фармить, контролировать популяцию ловушками. Мне кажется, это гораздо более экономичный вариант. Поэтому давай к этому сразу приступим. У меня 1000 железа, поэтому я, наверное, смогу себе позволить. Структура, слейт блоки. И, к примеру, вопрос, как мы построим. Чтобы у меня еще возможность была их провоцировать и расстреливать. Скорее всего, наверное, вот так вот. Здесь будет у нас выход. Вот так вот. И ловушки. Ну, наверное, поставлю двери здесь. Раз, два, три, четыре. Чтобы можно по диагонали было достать до нее, да? Ведь можно такое сделать? Ладно, проверим на практике. И я думаю, будет нормально. Не тут-то было. Придется подождать. Угу. Ну все. Опять мы потеряли. Хотя нет, чего бояться. В принципе, у нас только пассивы начались. Переживать по этому поводу сильно не будем. Собирайтесь. Наверное, стащите, да. Все, наверное, на хал поставим, чтобы по-быстрому. Фил, даже не думай, даже не думай. Это сейчас для нас уже не актуально. Начинается затворническая жизнь. Как-нибудь, вот я не знаю, правда. С этим делом. Раз. Наверное, я животных буду периодически просто выпускать на пастбище. И пусть питаются, наверное, джелем, да? Это лучше, чем голод или чего-либо. Кстати, а мы же можем использовать это себе на выгоду, правильно? Ломаем стенку. Давай, наверное, сначала всех соберем для прикрытия. Мало ли, а потом... Нам битвы не надо, сразу отходить, если что. Окей, все. А, нет, напал один. Плохо. А, скараб, зараза. Все, пацаны, работаем. Не хотелось, конечно, этого. Но придется. Вот это все-таки, да, это не канает, эта тема. Кстати, видишь, мы можем спокойно даже сами. Нам достаточно. У нас достаточно огневой мощи, чтобы выносить так. Контролировать. Поцарапал чутка. Ничего страшного. Зато теперь у нас, да, дофига есть чего полезного. А, ну под крышу не попадает. Ну ладно, будем тогда делать так, по-любому. Значит, мы это убираем, это у нас будет у них выход своего рода. Это доступ к дверям и такой сквозной коридор. О, вот что я хотел. Как раз вот эти светильники. Вот эту тему я люблю. Такая очень ламповая, прикольная тема, очень ambient. Как раз себе поставлю. Я заслужил. Скараб. Перебил просто все. Нормально. Это, наверное, самая беспонтовая погода, которую мне удалось только увидеть. У нас все заволокло ядовитым туманом. Идет дождь. И солнце спряталось в облаках. Самое время
пить. Не просыхаю. 50% от подсвечивается вот этим углем, видишь? Нормально, нормально. Ну и здесь с токсичным фоллаутом мне не получится, потому что да, я, видишь, не учел этот момент, что они-то находятся в пещере. Увы. Ну ничего, как только будет вылазить, может будет травиться. И все равно пока будет на ложке еще нарваться. Метеорит. Ха-ха-ха. Нормально. Еще лишняя копеечка. Ну это уже потом, не сейчас. Раньше до этого не допер. Когда грибы уже начали исчезать, до меня дошло, что... Ага, оказывается, можно же построить крышу, чтобы хотя бы не потерять 30% роста. Какой я умный. Блин, как мне голова только не жмет нафиг. И нет. Хорошо, куда ты идешь? Это зона off-limit. Короче, облом. Получается, животные не реагируют на ловушки. Может, большие? Или они как не считаются агрессивные? Плохо. А давай спустим его. Проверим своих зверюшек. Подожди, давай сначала так соберемся. А потом у нас будет халявный светильник. А ну-ка. На пудинга набросились. Ну, да, в принципе, с переменным успехом я могу также и... Хвост поцарапали пудингую. А нет, это пропало. И укусил его. А, просто укусил за хвост. Обоим хвост отщипнул. Окей, нормально. Не, стрелять не надо. В общем, посмотрим, если этот вариант будет работать с большими. Если нет, тогда все это система под ноль летит. Жалко, конечно, но это то, что есть. Плюс 2. То есть эта лампа ничего не дает, просто небольшое амбиентное освещение. Ну, что такое? Оно только близко. Не, только не перед серебро, серьезно. Боги, не издевайтесь надо. Дали серебро, забрали серебро. А там ничего не хватало. Животное будет быстро подлечиваться. Окей, все. И да, наверное, будем стравливать, устроить гладиаторские бои. Хм. Репродуктивность. Так, у нас бамбулов, кажется, начали взрываться. Дождь не вовремя закончился. Да, это плохо. Это наш. Пора мы их загадать, они уже, наверное, покушали. Совершенно про пастбище забыл. Все, потом поедите. Не, нифига, вот повылазили твари, их здесь куча. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюда турель надо ставить, а не что они мне стоять. Новая. Будет заруба сейчас. Так, давай пока так. Этого краба. Смотрите, смотри, копает собака. Окей. Вот вы двое, конечно, не в тему сюда сунулись. Справились нормально. Красавцы. Все, а вы давайте ручками завалить это гнездо. И да, придется это дело разбираться. Один день, 17 часов. Не сработало. Другие варианты. Знаешь что, я, наверное, гнездо вынесу, потому что, ну, на самом деле, они мне не так важны. Если так подумать. Ну, в плане, у меня есть мясо, у меня все дела есть. О, собрались плотно как. И вообще, все уже так надышались, наверное, газом. Надо пора этот запирать всех опять. Нет, такие. Боги услышали мои молитвы. Дождь пошел. Ну и хорошо. У нас пополнение. Талия родила. Ну, а где? А где котята, Талия? А, вот, вот маленький котеночек. Поиндекстер. Тоже самец. Окей, ладно. У Степана бутер. Сынуля. Поздравляю, Степан. Ты сделал свое, сделал. Самцовое.
У меня бы мог быть такой вообще серьезный пожар здесь благодаря этим. Ну еще, душ реально вовремя появился. Степан время не теряя, сразу же Наталья опять залез и вцепился в шкирку. Прям во всем этом гребаном балагане. Жарит ее под хвост. Ну, молодец, Степанчик. Давай-давай, работай. Разводи котят. Блин, это целая рутина уже становится, постоянно отстреливать их. Но с другой стороны, я должен сказать, это очень-очень хорошая качка. Очень хорошая качка. Интересно, вот если, допустим, вскрыть двери. Те, кто будет находиться там, ну, допустим, мы их вытащим, да, убежим и так далее. Но если еще гробницы, там, допустим, убрать крышу, разобрать, приготовить дверь. Закрыть дверь, убежать, и пусть они чахнут, сохнут, дохнут. А, мне кажется, слишком далеко. Ну, жалко, жалко, короче, у меня опять все посевы, все под коту подходит. Единственное, только грибы спас чутка. Но мне это не радует. А, да, можно поставить еще один, допустим, генератор, поставить солнечные лампы. Мне ничто не мешает, в принципе, это сделать. Допустим, позабивать так. Ну, наверное, хотя бы один раз сделаем, чтобы продукция не останавливалась. Хм. Удачно. Всем бабам немножко так приятно сделала. Как раз такую погоду, в такую депрессию, это то, что доктор прописал. То, что боги прописали. Сто процентов освещения. Неплохо. Не развалилось. Видимо, да, там появился надпись еще Due Maintenance, что надо поддерживать гнездо, но, видимо, да. Поскольку некому, надо все-таки поддерживать какое-то количество жуков. Да, своя ферма такая, с жуками это целое дело, целое предприятие. Даже задаешь лишним вопросом, надо ли оно мне это. На, я не знаю, на арктическом шлейфе может быть понадобится, но здесь, я думаю, это не актуально. Не буду по этому поводу особо переживать. Эти лампы моментально все мне электричество выжрали. Да, придется подождать. Пока не вовремя. А если мне сейчас рейд будет от турели, у меня обесточенная. Как раз поставил одну батарейку отдельно зарядиться. Фу, моментально все вытащило. Это солнечные панели сюда уже надо ставить. Если я хочу иметь собственные теплицы, да, энергии надо гораздо больше. Мартиры готовы. Превосходно. Вот как раз вот то время, когда у нас было все, ну, до сих пор, пока ядовитое облако трещит над головой. Фил, Стони, хорошо, плотно посидели, подумали, да, решили этот вопрос. И теперь у нас поднимается вопрос с энергией, потреблением, поскольку мы потихоньку не тягаем. Но нам защита важнее, поэтому Идис мины разработать, это очень хорошая вещь. Поджигательные нам не надо, потому что... Давай проверим. Я могу строить... Security, мортир. Можем производить. Мы можем, да? Шелла, снаряды. High explosive shell. Вот как раз мне это и надо. Indisary, поджигательный EMP. А, у меня это все есть. А, это что тогда? Incendiary и... А, поджигательные ловушки. Все, я понял. Хорошо, тогда просто разрываем ловушки. У нас будет это первая линия обороны, я думаю. Солнечные панели. Ну, это привлекательно, в принципе. Хм. Да, все-таки солнечная панель, потому что мне надо компенсировать отсутствие ветра. Буквально недавно у меня остановились ветряки, и все. Сразу подскочила температура, ну, начались проблемы, короче. Застроим где-то здесь на свободных местах, на камнях поставим, и нормально, пусть энергии будет. А то толку у нас будет от турели, если у нас ничего не будет работать. От недостатка электричества. Мортиры, наверное, будут здесь в углу стоять, чтобы дистанции хватило дострелить до этого сектора. Если что, вызываем огонь на себя. Ну и жара началась. Prison break. Куда ты, Вася, собрался, в принципе? Так, давайте, пацаны, забить его рекламу, наверное. Троем. Смотри, Фомика надоело торчать ему здесь.
Молодец, взломал. А ну-ка, угостите его прикладом. Нормально. Пару синяков. Пиратики. Саперы. И нормальная такая компания, нихера себе. Снайпер. На ножах. Слушай, ё-моё. Эти ребята уже посерьезнее уже решили взяться. У тебя какой дробовик? Нормальный. Окей. Блин. Ну я не успею, я не успею. Мне надо снаряды, поэтому мне только одна мортира готова. Что делать? Хотя, в принципе, пока саперы могут быть заняты. Давай попробуем все-таки приоритизировать всех. Давайте, ребята. Застраивайте это все дело и попробуем долбануть, пока не будут рыться. А что я несу? У меня даже патронов нету. Придется принимать бой. Не есть хорошо, не есть хорошо. Интересное место они себе нашли для пролома. Блин, была бы сейчас мортира, сейчас как бы жахнул. Ха. Копает? Серьезно? Ой, блин. Хьюстон, у нас проблема. Попробуй ты догнать их снайперами. Фига себе, он что-то вообще стены тут роли не играет, получается, если он собирается рейдить это дело. Это тоже роется. И, блин, до этих диггеров никак не... Даже если бы, да, если бы мортиры были бы, я все равно не зашел, потому что он уже под навесом внутри пещеры. Сложная ситуация. Все, что мы можем успеть, это построить небольшой загончик здесь. Мешки, я имею в виду. И у нас реально будут жертвы, наверное. В общем, попробуем закатить снайперами, как обычно. Остальные у нас будут. Миниганы я решил не брать, это все-таки, да. Они вообще очень косые. Попробуйте как-то сагрить от отличих что-то. Так, кстати, тоже не дурак, он тоже со снайперка выперся сюда. Времени у меня не очень много. Давай сюда за угол подальше от греха. Подушки теперь мне... пушки мне теперь не помогут. Окей, давайте сюда. Спрятаться нам вообще не за что. Только эти ради что... Аврора закончила, жалко. Слушай, подожди, ты сможешь достать до снайпера отсюда? Хотя бы этого. Не, этот уже сагрился. Окей, единственное, что я могу... Не, не получится. Этот уже почти прошел. Тогда нам остается вплотную, но если вплотную, они... Блин. Если вплотную, то у нас... Не, они меня возьмут именно числом. Чанки. Ну, чанки дадут, ну, может, такой какой-то... Не, Фил вообще надо подальше сюда спрятать за это дело. Здесь у нас будет первая линия обороны и последняя. А где я? Окей, ты здесь. Фил, наверное, давай потом, когда они вплотную подойдут, уже спустишь. Эти почти пробились. Что с этим гавриком? Он продолжает идти к нам, да? Ой, блин, я заметил, что они, оказывается, уже огонь открыли. Ай-яй. Плохо, 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 плохо.
Все. Ладно, это у нас не проканает. Уходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, канарей, беги, 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 беги. Фига себе. Окей, Фил. Спустишь отдельно потом животных. Али, ладно, пока не добегут, и уже на собой закончится. Не, не дураки, не дураки. Прокопались таки, а? Давай, давай, молодцы. Что он делал вообще, я не знаю. Но, тем не менее, мне досталась снайперка. Так, хорошо. Эти меняют позиции. Давайте сюда. Не знаю, Канри что-то успеет сделать. Не, сохранение лучше. Давайте чуть-чуть чешите этот в спальню. Так, какая джелли? Давай, давай. Лечиться пора. Хорошо, кстати, поливаем, ты знаешь. Очень даже неплохо. Хедшот дали. Вообще просто выкашиваем. Блин, на Сару вообще набросились. Да, елки-палки. Сфокусировать огонь на эту суку. Окей, отлично, есть. Не, Сара, 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 отойди от огня нафиг. Окей. По моей команде теперь. Устраиваем здесь расстрельную. Фил, ты знаешь, что делать. Так, давай, чтобы... они же, помнишь, да? Слушай, я удивлен. Мы отбились, елки-палки. Мне надо флинт, тебе надо лечиться. Я, честно говоря, думал, они продавят, забегут, но ты видел, как меня все попадали? На скраб, на этих, натренировались, видать. Все, приготовиться. Команда, залп. А, что такое, не нравится рейды делать, да? Пудинг, отойди оттуда, ё-моё, что куда ты лезешь? Окей. Выжившие. Кто у нас есть в выживших? У нас есть снайперка. Фул. Две снайперки. Вот теперь я могу иногда менять профиль на крайнюю дистанцию. И захватить сэра пирата, блин. Красавцы. Боумен. Так, еще один есть у нас. Ну... Ой, слушай, трое, нифига себе, тут целая кавалькада у нас. Эджи потом похаваешь. У нас это... Ну ладно, даешь, ты заслужил. Это готовченка, да? Тоня. А, это Лордис тоже будет сделать. Окей, давай второго тогда. Хорошо поработали, молодцы ребята. Я вами восхищен. Просто восхищен. Сработано на все 100. Ну, они хорошо постарались, пробили мне вообще защиту в двух точках, да? Обалдеть. Киллбокс все-таки не всегда может быть полезен. И особенно выкапывать стены вокруг моей защиты тоже не того, должно повредить. Фил, знаешь что, брось этого олигофрена, пока... Давай этот, пока Тони не начал лечить, а то он сейчас налечит здесь. И Лордис, наверное, займется этими баранами внизу. И да, я забыл сказать. Легко. Как специально, да? Такую партию заготовил. Все коту под хвост. И Степану, и Тайле. Весь урожай, который мне удалось спасти. Представляешь, да? Одновременно
токсичность, жара и вспышка электромагнита, которая вырубила мне все холодильники. Ну и что ты здесь делаешь? Я рад, что у меня все-таки осталось припакач meals. Я подготовил для продажи, но вещь просто самому есть. И да, здесь... Да и сколько, да, кукуруза не испортится. Но пока они даже хавать не смогут. Вот червь смогут. Okay. Да ты заколебал, ну. Опять скорпионы. И опять саперы. Да ну елки-палки, ну сколько у вас есть там, а? Я так и здесь не успел заделать, вы уже на меня нападаете. А, черт. Ну ладно, они будут бежать здесь, тогда что, как-то то же самое будем встречать тогда в таком позиции. Давайте собираемся, что еще с этим делать. Кстати, вот за этими чугунками, наверное, тоже очень помогло стоять. Дэнс. Ну, на этот раз хотя бы их мало уже радует. Один гранатометчик, снайпер. Два сраных ковбоя, да, два снайпера. Эти ребята, наверное, расстанутся, у меня уже нет для вас места в тюрьме. Койки почти все заняты. Ладно, хорошо, как скажете. Мне давно это интересно, вы решили сами меня сделать это. Так, хорошо, расходимся пока. Хотя ты знаешь что, наверное... Давай, наверное, по брикам застроим здесь. Что, серьезно, у меня блоки закончились? А, ему. Ну хорошо, чем-то другим заставьте туда. Пусть это дерево пока временку, давай сделаем. Эх. Ну вот вам и ответ. Боялся непонятно чего. О, боже мой. Ломать все. Да, она была, конечно, ответить, но ладно. Что здесь? Пульсер. Окей, хорошо. А, они теперь мне комнату будут ломать. Собака. Прям по дверям, а? Ну ладно, хорошо. Лучше, чем если в комнату ворвались бы. Давайте, красавцы. Тогда здесь будем встречать. С другой стороны, может, здесь даже лучше у них. Тесный коридор получается. Собираемся, собираемся. Давайте, давайте, ты класс, они уже пробились почти. Мортиры, мортиры надо было давно сделать. Снайпера назад, давайте вы наперед. Чейн шотган сюда, мечник. Надо давай спрячься здесь за комнату, если что. Тут кого-то не хватает. Блин, ну лордис, елки-палки. И я не могу фил использовать, потому что он в простации. Не с этим нападением скоро народ. Совсем. Но дышит со всей стороны дегенератами. Ух, нарвались хорошо. Ну, эти, кстати, знают, что делать. Молодцы. Блин. Так, что можно здесь сделать? Давай за ним. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, врезал. Давай, гаси, гаси, гаси. Мне не нравится, да, не нравится, окей. Armor vest normal. Ну давай, Сара, раздень. Забери у него. Это было быстро и болезненно, я должен тебе сказать. Армор. О, еще один вест. Окей, тоже стрипу его. Все, оставили в покое. Давайте сейчас занимайтесь собой, потому что у нас нет времени на эту херню. И жалко, у этого шлем. Ну ничего, пофиг, я на себя по-любому одену. Эджи, давай. Специально для тебя. Initial. Hillstroke еще тоже initial. Не, оставь труп, трупы потом. Давай пока этого захвати.
Не дождусь, когда у нас появится работорговец. Да, тебе не понравится, но нам надо быть более выживучим. И отнеси это в другое место. Окей. Хреновая снайперка. Хреновая, хреновая, все хреновая. Нормально, да? Так, и здесь у нас что? Это у нас по большому счету будет нежданчик, сюрприз, наверное, для осады. Для всех было $400. Ну, пригодится в какой-то критической ситуации. Блин, давай заканчивайся с хит-вейвом уже. Да, я так рад, что все-таки я разработал эти. Потому что с холодильника. Я давно сейчас всю еду потерял, боже. Обидно было бы, представляешь, как? Да, много работы у нас, много работы. И какие у нас камни? Стоп. Ну, давай, наверное, захватим. Нет, дружище, давай. Кира займется остальным. У нас остались Sandstone 300. Лайм 193. Гранит 300. Ну, давай гранитом закидаем. Он все равно мне пока без толку. Хм, не успел заметить, кто-то уже голову отожрал. Наверное, за один из моих волков. Ну, в принципе, все. Я заработал себе одну большую комнату. Можно продырявить здесь коридор. И у нас будет какой-то здесь склад, может быть, или еще что-то. Лучше с этим придумать. Давайте, токсичные, завязывайте. Хм. Интересно, ракун сошел с ума. Народ надышался газов. Но я вообще удивлен, что здесь кто-то вообще же выжил. Да мне стенку никак я не поставлю, потому что я не могу. Ну, я думаю, слишком много надышали газов. Ну, успеем. До того, он дышится до конца или все-таки добежит? 72%. Но все равно внутри все. Может, подохнет сам. Странно. Ладно. Обалдеть. Один снаряд стоит 20 стали и 10 химического топлива. То есть, получается, мне надо 250 единиц топлива. А мне сколько здесь? 512. Ну, окей, хорошо. То есть на 25 снарядов хватит. То есть, по крайней мере, у нас одна будет волна, да? Окей. Дороговато, конечно. Должен сказать, дороговато. Готово. Мускул травмировался. Хорошо, значит, солярки у нас сделаны. Мы можем поднимать запросы, ставить... да, наверное, даже позволим этим себе выращивать грибы. Следующее. Адорс, повысили бы логистику. Мультирбаллвэб, парал, термопар, тип телевизион. Госпиталь Бэд. Вот это, кстати, тоже неплохая тема, я думаю. Давай, наверное, повысим логистику. Технология эта короткая. И поскольку у нас сейчас больше электроэнергии будет, мы также сможем позволить себе этим. Люциферим пусть здесь лежит. Не надо трогать. О, наконец-то. Фух. Закончилось это безобразие. Все, выпускаем. Все гулять. Наслаждайтесь жизнью, любите. Я вообще здесь забито все, да, трупами. И, наверное, как-то вот одну стенку здесь вот такую закроем. А это все выдолбим под расширение. И да, пора засеивать поля заново. Нас ничего не остановит. Ничего. Четыре человека уже вот такие были у меня профессиональные фермеры стали. Да, наверное, так.
сенсор конструкции, это будут приоритеты. Хал мы понижаем до 3. Я вернусь, наверное, к своим носкам. А Кирич пусть, наверное, делает боеголовки. Надо заканчивать будет трейли. И здесь расширение для стенок. Тоже постройте. Здесь у нас вообще такая практически мертвая пустыня. Ничего хорошего нет. И да, я тебе должен сказать, что я все-таки немного разочарован тем, что саркофаг оказался пустой. Это, конечно, неплохо. Слушай, бро, а как ты... Можно использовать эти гробы? Ну, допустим, я могу разобрать детали, это первое, да? Но и я могу также воспользоваться, если не разберу. Я могу, допустим, какой-то раненый своего человека положить для более благоприятных условий, если не ошибаюсь, так. И, допустим, если там чего-то не хватает или так далее. Может, можно это тоже будет использовать. В общем, надо этот момент будет проверить. Дай знать. Все, я думаю, мы эту тяжелую эпоху пережили. Очень так прям аж суммарно видел по дворе, да, и перегары. Но мы выдержали это более-менее относительно. И самое главное, я в шоке без жертв. У нас пополнилась тюрьма с желающими. Я надеюсь, скоро работорговцы приедут и смогут... я смогу заценить их. Это было бы неплохо. Ну и все, я думаю, на этом можно пока заканчивать. Можно спокойно отдохнуть. Березочки обратно засаживаем. Траву мы все съели, да, животные все сожрали траву. В очередной раз мы будем работать на том, чтобы жизнь наша налажилась. Чего я тебе желаю, бро? Давай. Я увижу тебя, как всегда, чуть-чуть попозже.